контактні майданчики останнім часом ростуть як гриби. Тут із тваринками можна поспілкуватися, погладити та почастувати смачненьким. Звісно, пропустити таку можливість маленька компанія не може. Тож ми побували на одному з таких майданчиків. Ідея створення того, що ми сьогодні називаємо контактним зоопарком, достатньо стара. Щось подобне существувало в зоопарку, ну, практично з времен його основання, коли тут вже була велика експозиція животних. И в более-менее современном виде после Второй мировой войны он уже существует. Но те, кто ходил в зоопарк несколько десятилетий еще назад, вероятно, могут заметить, что раньше он выглядел по-другому, нежели сейчас. А именно здесь содержались и в основном привлекали внимание посетителей детеныши хищников, львята, тигрята, медвежата, какие-то другие животные такого же плана. Для хоч і маленьких, але хижаків, контакт з людиною є дуже стресовим. І в контактному зоопарку така малеча опинялася лише у тому випадку, коли батьки відмовлялись від дитинчат. В случае, если родители погибали, такое тоже случалось. Но все равно это для таких животных пребывание на контактном зоопарке было временным делом. И медвежонок мог оставаться на площадке зоопарка несколько месяцев, может быть полгода. Зараз у контактному зоопарку мешкають соціалізовані тварини, в основному свійські, ті, які звикли до спілкування з людиною. Овцы, козы, свиньи, куры, кролики, морские свинки. А если здесь сидят какие-то другие животные, то в основном они все равно сидят в вольерах, и с ними такой прямой контакт не предусмотрен. То есть принцип организации контактной площадки изменился за это время. Дитячими улюбленцями у контактному зоопарку є, як не дивно, морські свинки, поросятка та маленькі козенята. Це ті тварини, яких дітвора звикла бачити не лише в зоопарку, а й в домашніх умовах. Тому вони легко йдуть на контакт з ними, а звірятка відповідають їм взаємністю. Именно вот эти самые обычные животные, свиньи, козы, кролики, они, как ни странно, у детей, у маленьких вызывают наибольший восторг, очевидно, потому что этих животных они знают по мультфильмам, по сказкам, это для них какие-то понятные, обычные животные. И наоборот, когда им показывается что-то такое экзотическое, то они не очень понимают, что это, как с ним себя вести, и как-то это у них вызывает почему-то меньше интереса. Хотя, казалось бы, для взрослых посетителей все как совершенно наоборот. Своїми емоціями від близького спілкування з тваринами відвідувачі зоопарку поділилися з маленькою компанією. Я прийшов з внуком, його Владик, 4 годика. Сьогодні у дідусі день народження, от вирішив внуку подарунок зробити. Что понравилось? Ну, то, что есть доступ к животным, и животные такие добродушные. Ну, в принципе, для детей это очень приятно и очень хорошо, то, что есть такой уголочек. Ну, я-то как уже вроде бы взросленький, а ребенку вот поросятки нравятся, баранчики, да, Владик? Маленький Владик хоч і соромився, але розповів, що в контактному зоопарку йому більш за все сподобалося.